3000 гектаров занимают поля и угодья совхоза «Михейковский». Этот совхоз является головным предприятием в межхозяйственном объединении Смоленской области. Именно в таких объединениях, говорил на Октябрьском пленуме ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, кроются огромные возможности повышения производительности труда, снижения себестоимости продукции земледелия и животноводства. Совхоз «Михейковский» – животноводческое хозяйство, и все огромное поголовье скота здесь уже не первый год обеспечивается собственными кормами. В нынешнем году тут будет заготовлено сенажа в 1,5 раза, а силоса в 2 раза больше прошлогоднего. Немалую долю в кормовом балансе хозяйства занимают высококалорийные брикетты. Ударная заготовка кормов на Смоленщине проходит в обстановке общенародного подъема, вызванного подготовкой к 60-летию Великого Октября и обсуждением проекта Конституции СССР. За успехи в социалистическом соревновании коллектив совхоза «Михейковский», которым руководит кандидат сельскохозяйственных наук Николай Иванович Степанов, награжден переходящим красным знаменем.